Всем привет, доброго дня. Однажды в одном из постов в социальных сетях я написал о том, что на Амазоне опубликована моя первая книга, и у нее уже есть первые продажи. Эта книга на тему «Как снять стресс». Она вышла совсем недавно, и сейчас она продается на Амазоне. Ее скачивают люди себе на Kindle и читают, и получают полезные знания. Вот она, эта книга. И после этого друзья в личных сообщениях начали спрашивать, как тебе вообще такое удалось, причем есть вообще Амазон, как тебе вообще в голову пришла такая мысль, ты же не писатель, как так получилось, что книга на английском языке, и много других вопросов. И вот, друзья, подробно вам отвечаю, как вообще такое произошло. Я сам по себе человек ищущий, постоянно ищу новые возможности, новые какие-то варианты, новые интересные темы. И вот однажды я искал на просторах интернета новые фишки, как можно максимально продуктивно применять такую систему, как Evernote. И в одном из видео на YouTube я наткнулся на ролик, где парень простым, понятным языком, интересной подачей материала рассказывал о системе Evernote. И о том, как интересно, увлекательно применять его в своей жизни. Меня зацепила ссылка под видео, вернее название этой ссылки, там было написано planeta108.com. Я перешел по этому адресу и оказался на чудесном блоге. Автор этого блога, молодой парень, который несколько лет назад уехал из Украины путешествовать. Сейчас он живет на острове Бали в Индонезии, владеет совершенством английским языком, путешествует по миру, и в планах у него, в целях, посетить 108 стран мира. И что интересно, в своем блоге этот парень ставит цели, публично заявляет о них, а потом публикует отчеты о том, что ему удалось достичь, а над чем еще стоит поработать. И кроме этого, он рассказывает полезные инструменты, полезные фишки вообще в жизни. Например, он рассказал, как открыть себе счет в Соединенных Штатах Америки, даже не приезжая в эту страну. Рассказал о том, как получить посылки с Амазона, потому что в Россию Амазон не доставляет, а получить это все-таки возможно. И много-много других вещей. То есть те вещи, о которых он рассказывал, они мне оказались близки. Эти вещи этот парень применяет уже в своей жизни. Мы многие об этом знаем, а он это все применяет. Поэтому мне показалось это очень интересным. И я ему написал письмо, написал ему: «Слава, скажи, чем ты занимаешься, что позволяет тебе получать доход, которого достаточно для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы жить в свободной стране, для того, чтобы колесить по миру и посещать, например, тренинги Энтони Робинсона на английском языке, ведь они стоят очень дорого». У нас завязалась переписка, и Слава мне рассказал о том, что есть такая возможность зарабатывать на книгах. То есть, если ты любишь книги, то можно на этом очень хорошо зарабатывать, при этом не быть писателем, но при этом публиковать книги и продавать их на Амазоне. Да, мне показалось это очень интересным, и я получил от Славы курс Kindle Passive Money, из которого я узнал такие вообще невероятные вещи, как можно издать книгу и уже сразу начать на ней зарабатывать. То есть опубликовать ее на Амазоне, дать рекламу специализированную, и чтобы люди в Америке, в других странах скачивали эту книгу себе на Kindle и читали, получали полезные полезности и платили за это денежки. Мне это показалось очень перспективным. Я на одном дыхании изучил этот курс, сразу начал применять в действии эти инструменты. Скажу честно, я не сильно много трудился, я нашел себе сразу же помощника, который мне помог сделать основную работу. То есть я по максимуму делегировал все, что смог. И сейчас я совершенствую эти навыки.
Так вот, друзья, смотрите, почему меня эта тема заинтересовала. Потому что вот Тим Феррис в своей книге пишет о том, что в бизнесе необходимо обладать, во-первых, правами, обладать свободным временем, что голова должна быть ясной, генерировать идеи, а работу должны делать твои помощники. И еще центральная, так скажем, красная нить в этой книге в том, что в бизнесе нужно быть минимум связанным с продажами, с контактом и контактами с своими клиентами. То есть бизнес должен быть полностью автоматизированным. И как раз в идеале книжный бизнес на Амазоне — это то, что нужно. Ты не связан с покупателем, тебе не приходится ничего ему продавать, тебе не приходится вовлекать его в свою тему, объяснять ему что-то. Тебе не приходится расписывать свой товар, стучаться в разные двери и предлагать этот товар большинству людей, то есть кому попало. Не приходится выслушивать отказы и так далее, и так далее. Один раз издав книгу, получив на нее полные права, ты имеешь возможность продавать ее много раз, даже если эта книга стоит $1 или 2. То есть не в этом дело. Если этих книг будет много, то можно получать неплохие деньги. Например, автор этого курса, Слава, он имеет сейчас в своем распоряжении библиотеку из более чем 200 книг, которые продаются на Амазоне. Представляете? Это ориентировочно $4000 в месяц на полном автомате. Остается только повышать рейтинг книг и настраивать правильно продвижение. И все. То есть вот эта тема — это очень перспективное направление оказалось. И я решил, почему бы и да. То есть я взвесил риски. То есть максимум это я построю себе огромную книжную полку, которая будет продаваться огромнейшими тиражами и приносить мне хороший доход. Минимум это я проинвестирую в свое личное развитие, узнаю новые возможности и узнаю об этом уникальном бизнесе. В общем, друзья, я приобрел этот курс и с удовольствием его изучил. И сейчас уже я знаю о том, что существует еще больше возможностей на этом рынке. Еще больше возможностей именно на книжном рынке, и не только на Амазоне, но и вообще на других площадках. Я знаю о том, что издать книгу и вложить в нее полезный материал, который будет скачан и который будут читать миллионы людей, это очень хорошая миссия на самом деле, ребята. Приобретя вот этот курс Kindle Passive Money, я получил огромнейшее удовольствие и огромный багаж знаний. И что интересно и круто, я начал это все применять. Друзья, вот такая история. Именно поэтому мне пришла в голову идея попробовать книжный бизнес и получать на этом пассивный доход. Слава, хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты помогаешь людям достичь финансовых возможностей, достичь финансовой, то есть показываешь возможности, как можно построить себе пассивный доход, как можно настроить себе систему заработка, которая будет зависеть только от правильно выстроенной системы и будет занимать минимум участия человека в бизнесе. Ведь это очень круто, когда человек становится свободным. Ты открываешь людям невероятные возможности, как можно путешествовать, как можно не зависеть от финансов, как можно активно развивая дело свое, которое ты любишь, становиться при этом еще свободнее и максимально продуктивнее. Ты помогаешь людям делиться знаниями с людьми, ты помогаешь людям, как прожить эту жизнь максимально интересно и максимально продуктивно. Большое тебе за это спасибо. Запускай больше своих хороших, полезных тренингов. И я тебе желаю очень много друзей и очень много подписчиков, тех людей, которые читают тебя, которые принимают твои знания. И пусть они тоже делятся с людьми теми знаниями и умениями, которым они уже научились.
Друзья, я на этом заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал, я тоже буду публиковать полезные вещи. И вместе мы сделаем этот мир лучше. Всем счастливо!